Девочки, всем привет! Мы сегодня в Заре снова. Здесь очень много вещей из новой коллекции. Потрясающе красивое платье, аж за целых $200. Посмотрите, какие красивые из кружева сделан верх, бретельки, низ. И вот внизу вот такие вот, вот так вот обработано кружевом и белый такой шов. Очень красиво. И вот такие вот есть костюмы. Это, знаете, такой стиль типа ночнухи, ночной рубашки, платье-комбинация. В общем, такой же вот топ с очень красивым кружевом. Я не могу найти его цену, но он, видите, и к ним... А, вот нашла сейчас, секунду. $80. И вот к нему вот такая же юбка с немножко другим кружевом внизу. Еще есть, вот, кстати, вот такой вот пиджак. Я когда-то покупала черный на сейле, в каком-то позапрошлом сезоне. Он сейчас очень большой стал. И вообще в Заре очень много появилось вот таких вот вещей, типа нижнего белья, типа слип-дресс, вот эти вот платья-комбинации, топы-комбинации. А вот это платье очень интересное, и тут у меня произошел интересный диалог с русскоговорящей дамой, потому что, к сожалению, мне пришлось наложить озвучку, потому что музыка гремела, и YouTube лишил меня монетизации, и я не смогла воспроизвести наш диалог, так сказать, ну, в натуральном виде, поэтому пересказываю. Значит, она услышала, что я в телефон бухчу что-то, что вот какое красивое платье, и она, стоя рядом со мной, сказала, ну куда в нем ходить, куда его носить, это правда. Потому что, на самом деле, платье действительно очень красивое, но оно очень похоже на ночную рубашку или комбинацию какую-то. Интересное, двухслойное, белое с черным. Нижний белый слой сделан с кружевами, и верхняя часть с кружевами, оно такое немножко прозрачное. Я предположила, что в нем можно ходить на свидание. Она сказала, что в Канаде не поймут, канадский мужчина решит, что вы в ночной рубашке пришли, так сказать, к нему на свидание, и очень удивится, и, наверное, сразу вас, так сказать, перечеркнет вашу кандидатуру. А, вот. Вот тоже очень красивое платье с блестками, которое за $150 симпатично. Ну вот я решила поподробнее показать это платье, вокруг которого у нас не возникла дискуссия. Не дискуссия, вернее, а диалог. А, в принципе, я с ней согласна. Как бы платье очень красивое, очень интересно сделанное. Но куда в нем ходить, мне тоже трудно предположить. Но вот это, так сказать, с блестками, с пайетками, оно более, так сказать, понятно, что в нем можно пойти на какое-то очень торжественное мероприятие. Ну и вот такого же типа тоже очень похожее платье, только белое с черным кружевом, которое тоже действительно выглядит прекрасно, но очень похоже на комбинашку. Возможно, что это сейчас такой вот вводят такой тренд, который останется с нами, и все поймут, что это не нижнее белье, а наоборот, так сказать, верхняя одежда. Ну, в общем, поживем, увидим, что называется, посмотрим, потому что вот такие вот интересные, странные вещи, потом оказывается, что они вполне становятся носибельными. Смотрите, какие красивые сережки. Прямо произведение искусства. За сколько? За 30. Ну, у нас всегда сережки все стоят $30. Очень красивые. Но я вам хочу сказать, что у нас красивые украшения не доживают до распродажи никогда. Вот я все ждала, там кое-что посла. И так и не выпасла. Вот такие вот кофточки всякие. Вы знаете, я кое-что нашла еще тут на распродаже вещи, вы не поверите. Может быть, по-быстрому сходим с вами их примерить. Так, вот здесь всякие, я не помню, показывала я вам эти шикарные серьги. Вот всякие кулоны, вот украшения, красивые сережки. И вот колье, вот такое солнышко с сердечком. И вот такие вот серьги к ним огромные. Я уж не буду цены обычно у нас одинаковые везде. Так, ну сейчас такое межсезонье, поэтому, господи, про пиджаки эти, ну правда стыдно уже Заре. Просто позор. Это уже такой позапрошлый век, можно сказать даже. Так, вот красивые серьги. Топик с цепями. И вот какой-то такой сложно подчиненный леопард. Короче, курточка леопардовая.
Вот очень простенькие, смотрите, видите, украшения, такие базовые капли вот эти, надоели уже, конечно. Обувка. Шлепочки. В общем, сейчас, знаете, еще как-то мало всего, потому что сейчас межсезонье. Еще бушует распродажа, но при этом, вернее, она не бушует, но еще есть остатки какие-то распродажи, а новых вещей не так много, тем более, что сейчас еще непонятно. Вроде как лето еще, но уже надо вываливать что-то осеннее, зимнее. Свитеров еще нету. Вон, смотрите, и они сделали лимончики. В общем, Dolce & Gabbana рулит, и здесь лимоны. А в H&M, кстати, все лимоны распродали, они даже до распродажи не дожили. Синенький такой красивый кардиганчик, вот такое платьице летненькое, детское, можно сказать. В общем, посмотрим сейчас, я посмотрю, если есть что-то интересное примерить, кроме того, что я с распродажи нахватала. Посмотрим. Так, девочки, привет. Мы в примерочной в зале. Там мне ничего особенного сегодня. У меня очень смешная такая юбка из разных, как будто бы лоскутов. Сзади она вообще вот такая. И топ. Все, давайте примерять. Так, первое платье. Невеста без места. Вы помните, я примеряла вот такую юбку, вот из такого же качества. Красивенную. И я тогда говорила, что юбка, в этой юбке я как невеста. Так вот, в платье я реально как невеста. Единственное, что оно коротенькое. Но, вы знаете, я ожидала, что будет хуже. Это размер M. И я удивлена, что я в него влезла, причем довольно совершенно свободно. Даже вот здесь оно мне чуть-чуть великовато. Так, значит, да, оно короткое, но с загорелыми ногами на курорте, девочки, это будет бомба. Тем более, что оно стоило $100, сейчас оно стоит 13. Я хочу вам сказать, что такие вещи покупают за полную цену, это совершенно безумие, потому что такое платье, вы его несколько раз наденете, это не платье на каждый день, это не какая-то базовая вещь, это вещь на выход, в отпуск. У меня есть одна идея по поводу этого платья, потому что у нас с мужем 25-летие нашей совместной жизни, мы хотели его отметить, и, по-моему, ну, как бы я не собираюсь строить из себя невесту, но мне кажется, что вот такое платье очень будет прикольно, если его надеть вот на такое мероприятие. За $100 я бы не купила, а оно стоит сейчас 13. Понимаете, совсем другое дело. И оно действительно очень красивое. А за $13 вы его несколько раз наденете, когда вам нужно на какое-то мероприятие, а потом отдадите в charity или там в second продадите. В общем, ну короче, по-моему, вот именно для этого нужны вещи на распродаже. Распродажи нужны именно для таких вот вещей, которые вам не нужны как на долгое использование, а вот именно на какое-то мероприятие или событие. Или в отпуск съезжу, а потом отдам. Прикольно же. Видите, я даже ошиблась. Оно стоило $130, сейчас оно стоит 13. 12,99. Стоило 129. Размер medium. И оно довольно большое для размера medium и очень красивое. Прям платье невесты. Прям точно. Которое я не люблю, но вот в данном случае мне это нравится. И опять же повторюсь, я говорила за 99, а за 130 я бы тем более бы не купила. А за 13, да. Так, следующий. Очень симпатичный сарафанчик летний. Я думала, это какая-то что-то натуральное, но это синтетика 100%. Значит, бретельки регулируются. Здесь такие деревянные бусинки. Я вам потом сниму его на вешалке. Значит, вот такой вот собранный лиф. И расклешенный низ, юбка очень красивого такого цвета, оливкового, знаете. И он нормальной длины, не очень длинный. И вот очень как-то так красиво, аккуратненько сделан. Тоже стоит он сейчас $13. Очень симпатичная, мне кажется, вещь, потому что он очень, его можно очень, очень много куда надеть. Летом просто идеально. Единственное, что он сделан из полиэстера. Но, девочки, я, во-первых, ношу полиэстер. Платить в кос за полиэстер там $200, конечно, обидно. А за $13 мне не жарко в полиэстере. Но вот я не знаю, есть люди, которые не переносят полиэстер, и это как бы их проблема, не проблема, но во всяком случае. Мне в полиэстере не жарко. Мне вообще никогда не жарко. Мне вечно холодно, я всегда мерзну. Вот, поэтому как бы, тем более, понимаете, полиэстер — это когда толстая ткань. Фасон там с рукавом, тогда в нем жарко. А вот такое вот открытое платье,
У меня есть полно летних полиэстеровых платьев, мне никогда не было в них жарко. Даже я их брала на курорт в Мексику, мне тоже в них не было жарко. Главное фасон, и то, если ткань тонкая и фасон открытый, то в принципе полиэстер, ничего там такого нет. Тем более, что современная их синтетика, она не совсем то же самое, что когда-то было. В общем, мне нравится. Так, смотрите, стоит оно $13, я не знаю, сколько оно стоило, это размер medium. Я думаю, что это не из самых дорогих. Я думаю, что оно стоило долларов 7, ну, может быть, 60, 50, что-то такое. Ну, вот так вот оно сделано. Приятные такие бусинки и регулирующиеся бретельки. Но мне, кстати, не надо ничего двигать, потому что мне кажется, что мне и так. Видите, ткань такая, как будто бы дерюшка такая. Я думала, что это что-то натуральное, но нет, к сожалению. Хотя, в принципе, я не думаю, что мне в нем прям будет жарко. Так, бесподобно прикольная юбка. Я сначала, мне показалось, что у нее заедает замок, я не могла застегнуть его, но потом я все-таки смогла. Я думаю, что поэтому она осталась висеть, потому что только я с моими золотыми, в кавычках, ручками могла застегнуть этот замок, больше никто. Она мне чуть-чуть великовата, потому что это размер large. И large мне сейчас немножко большой. Вот мне кажется, что она должна была быть вот так, но на самом деле она мне так немножко на бедрах. Но она очень классная, и она из очень дорогих. Посмотрите, она состоит из клиньев, двух слоев, разной ткани. Я даже ее не видела ни на веб-сайте, ни в магазине. Я не знаю, откуда она взялась и появилась. Смотрите, как прикольно. Значит, здесь один клин сделан вот с пайетками, другой с такой тканью. Третий вот такой вот жаккард. Потом вот здесь вот, вот такие вот цветочки. И нижний слой полностью сделан из такой полупрозрачной ткани. И все это вот в таких вот разрезах. Боже, такая юбка шикарная. Причем она стоила дорого, а сейчас прям как лучше, да? Но опять же, это такая вещь не на каждый день. Она немножко светится. Видите, у меня серая кофта, я заправила, и это немножко видно. Но если надеть бежевое все, то в принципе... Но эта юбка на выход. Так что если она чуть-чуть даже будет что-то такое в ней просвечиваться или светиться, ничего такого страшного в этом нет. Ах, как она мне нравится, девочки. Это просто чудная, чудная вещь. Прикольная. Я люблю такие необычные красивые вещи. Я померилась своим топом, потому что мне не... У меня как бы не... здесь нету... Есть, но не очень подходящий. Так. Так, видите, юбка эта стоила $170. Сейчас она стоит 13. Это размер large. Чуть-чуть она мне великовата. Но посмотрите, какие интересные у нее... Она сделана вот в таких вот... Из таких интересных кусков слеплено. Я обожаю такие необычные вещи. Все это вот эти вот клинья, вот такие вот клинья. Ну прикольно же. И сзади тоже то же самое. Опять же, $170 за такую вещь я бы не стала платить, нет. Потому что, ну, это такая вещь тоже не на каждый день, не базовая, это куда-то выйти на выход. А $13 это просто супер. Так, смотрите, какие интересные брюки. Я думала, это юбка, но оказалось, что это брюки. Это тоже размер large, и они мне чуть-чуть великоваты, но здесь такой запах, я вам сейчас покажу. Я была уверена, что это юбка, но это такое прикольное... Прикольная конструкция. Мне надо посмотреть, как это выглядит сзади. Возможно, что это висит очень сильно на попе, но там все прикрыто вот таким вот слоем. Еще один. Видите, вот здесь идет вот такая вот тоже. Короче, 98% хлопок, 2% эластана или что-то такое. Это очень прикольная вещь. Они прям шаровары. Вот здесь вот пульфик вот тут. Но это, во-первых, размер, а во-вторых, может быть, потому что это такой фасон. Ну, посмотрите, какая красота. Какая интересная вещь. Сейчас я себе сниму сзади. Еще хочу вам сказать, значит, здесь это работает вот так. Здесь завязка, здесь пуговица и такая вот дырочка. Я думала, что здесь замок, но здесь замка нет. Если я переставлю пуговицу немножко внутрь, сейчас я попробую, приложу к себе и расскажу вам. Вот так это, видите, сделано. Вот такой вот интересный фасон. Так, вид сзади. Ну, вы знаете что, немножко меня это смещает. Это очень прикольно. Но, если честно, я не знаю, может быть, потому что размер большой или почему-то, но как-то сзади это... Хотя это тоже выглядит, вот эта вот штука сзади, она как бы прикрывает вашу попу, и это не выглядит, как будто это... Это не выглядит, как будто какие-то очень большие широкие шаровары.
Ну, я не знаю, если честно, у меня сомнения. Как-то уж очень я выгляжу, как будто бы какой-то этот самый... бомж. Или, знаете, монахи вот эти, индуистских монастырей. Очень странный вид сзади, мне не очень нравится. А вот спереди как раз прикольно. Очень прикольно, хлопковые такие штаны. Здесь можно переставить немножко пуговицу вот так вот, и они тогда лучше сядут. Но, честно говоря, или они мне большие, или это такой фасон, который вот такой странный. Это очень прикольная вещь, но я не знаю, буду ли я их носить. Вот в чем дело. Так, смотрите, топик. Я его специально взяла к этим штанам, оно прям монохром. Это лен с вискозой, и это размер large, но он очень маленький. Вот эти все пуговицы надо расстегивать, застегивать. Я понимаю, что здесь вот это вот все резинка, но это он просто... И он, видите, вот под него нужно что-то пододевать, потому что вот такой вот здесь вырез, и вот здесь вот такой вырез. И здесь... Я, кстати, видела его на веб-сайте, там именно он так надет, вот так вот, с такими дырками. То есть он, в принципе, имеется в виду вот такой. Вы знаете, он красивой формы, но он, во-первых, очень узкий и довольно бестолковый. То есть под него вниз надо надевать какой-то топик. Не такой, как мой, а может быть более открытый, такой с бретельками. Но он маловат мне. Во-первых, во-вторых, вот эти вот пуговицы застегивать, расстегивать каждый раз. Я, честно говоря, думала, что они вот так вот застегнуты. И здесь есть какой-то замок или молния, который можно расстегнуть, чтобы он себя натянуть. Но ничего такого нету, и это как бы такой гемор, вот эти пуговицы застегивать, расстегивать. Я прямо употела вся, пока это все делала, и, конечно, он мне маловат. А так, у него, в принципе, хороший состав. 88 вискоз, 12 лен, по-моему. И стоит он, кстати, $20. Вот у них интересно, что у них все топы остались по $20. Всякие рубашки, блузки, какие-то маечки на бретельках. То есть вот такая юбка, например, стоит 13, платье стоит 13. Вот это стоит тоже 13, то, что стоило там дофига. А этот стоил $60, а сейчас он стоит, продолжает стоить $20. То есть у них почему-то цены не упали на эти вещи. И за $20, конечно, мне не хочется его покупать. Вот видите, как это все муторно, нудно, тяжело. Ну, вы поняли. Так, смотрите, размер large. Стоит он сейчас $20. А стоил он, вот уже была оценка, по-моему, 35 или 55. Ну, в общем, я думаю, что долларов 60, 59, 49 стоил. И вот его совсем мало уценили. Топы почему-то они очень мало уценили. И я уже сказала, по-моему, что это 88 вискоза, 12 лен. То есть, в принципе, состав хороший, но тряпка-тряпка и очень вот это все неудобно. Так, брюки-шаровары, размер large. Видите, они стоили 79, 80, а сейчас 13. А вот этот вот топ дурацкий стоит дороже. Ну вот скажите, в чем смысл? Не знаю. Они очень прикольные, они полностью почти хлопковые. Там, по-моему, у них 5% эластана или что-то такое, но видите, вот как у них гульфик до колен. Но большеватые мне, какие-то очень-очень небольшие и какие-то, не знаю, не люблю я все-таки такие вещи, хотя они очень прикольные. Очень прикольные, и кому-то, не мне, я бы их очень советовала, но мне они не подходят. Ну, вернее, не то, что не подходят. Я не очень люблю носить такие вещи, понимаете? Ну, не совсем мое. Так, смотрите, шикарнейший совершенно топ шитье. Я надела его на свою, просто мне уже неохота снимать. Не было у меня никакой подходящей к нему юбки. Пришлось примерять с моей юбкой. Он не очень подходит к ней, потому что это такой фасон не совсем для такой юбки, в которую я пришла. Лучше всего он будет выглядеть с какими-нибудь джинсами, шортами, белыми даже брюками или там джинсами белыми. В общем, очень хорошая вещь, красивая. Я вообще удивлена, что он висел в магазине, потому что за те деньги, что он стоит, по-моему, $20, хлопок, вот такое вот красивое шитье. Это просто, ну, удивительная удача. Причем он, знаете, не рваный какой-то там, не грязный, ничего. То есть вещи иногда на распродаже хорошие, которые остаются в магазине и долго висят. Как правило, это вещи, которые уже там с каким-то дэмиджем, там что-то там повреждено в них. А этот беленький, чистенький, новенький, вот только-только, видимо, его кто-то сдал. Очень хорошая длина рукава, вот такой манжет, который можно, кстати, завернуть и... сделать такой двойной манжет, рукав будет немножко короче. Можно не заворачивать. В принципе, длина рукава довольно достаточная для
Для меня, в принципе, нормально совершенно. Мне обычно все длинные рукава, а тут вот, вот на удивление в самый раз. Хотя, может быть, это имеется в виду, что он должен быть чуть-чуть ниже локтя, а у меня вот он вот почти до конца руки. А здесь я рассказываю, что у меня много белых вещей попалось сегодня. Наверное, какой-то это мне знак свыше. Не знаю уж какой, но так мне показалось. В общем, мне очень понравилась его длина и ширина. Это размер medium. Он не очень широкий, не очень узкий. Это еще с юбкой, с этой широкой я примеряла. А с брюками будет совсем хорошо. И, в общем, он все закрывает. Паховую зону, сзади попу. В общем, все, что нужно. Очень хорошая вещь. Так, смотрите, это 100% хлопок. Все. Значит, стоит она $20, а стоила 99. 100. Это размер medium. Вот это то, что я говорила, что у них все топы сейчас по двадцатке. Но вот за такое дать двадцатку мне не жалко. Тем более, что он стоил 100. А вот тот, например, совершенно бестолковый. Ну, вот такие вот у них, так вот у них, такая вот у них оценка идет. Ну, в общем, короче, девочки, очень прям супер. Я прям так рада, что я его нашла. Очень красивый. Такое красивое шитье. Просто супер. Смотрите, очень реально прикольный свитер. В нем есть 8% шерсти, все остальное синтетика. Он сделан двойной. Внизу вот такой вот тонкий свитер и рукав. И сверху как будто бы такой вот жилет вязаный. Ну классный, это тоже медиум. Я не знаю, написано, что $120, но я проверю. Мне кажется, что свитера у них подешевле. Опять же, с этой юбкой нехорошо, но у меня ничего нет. Ну, кажется, такой очень миленький, мне кажется. Нет? Мне даже очень нравится. Симпатичный свитерок, необычный, оригинальный, но при этом хороший цвет такой базовый, он такой немножко навороченный, но такой цвет, что как бы, в принципе, неплохо. И знаете, вот эта вот жилетка короткая, но вот есть вот такой вот сверху, вернее, внизу вот этот тонкий слой, который и рукава тонкие. Мне кажется, очень прикольно, правда? Смотрите, интересный. Причем это реально два свитера. Они где-то, да, вот здесь вот они сшиты, но, в принципе, их можно распороть, и это будет две вещи. Ну, мне не надо, ну, как бы, в принципе. Так, смотрите, я его просканировала, он действительно стоит $20, стоил 65, это размер medium. И здесь реально вот абсолютно два полноценных, вот здесь вот сшитых, но это абсолютно два полноценных свитера. И они такие немножко разного качества. Жилет симпатичный, а этот нижний такой тоже прикольный. Ну, не знаю, мне кажется, очень симпатичная вещь. $20, мне кажется, дороговато для распродаж в Заре, потому что у них, в принципе, можно было раньше купить свитера подешевле, но вот у меня такое ощущение, что вот уже распродажа фактически закончилась. А вот эти цены на топы они держат. То есть вот свитера и все топы у них по $20. Мне кажется, что они уже больше не упадут, потому что у них уже вот-вот конец распродажи. Ну, вот такой вот свитерок. Так, девушки, ну что вам сказать? Неожиданно. Я пришла, на самом деле, примерять новую коллекцию, но что-то не писали, что такие есть красивые, интересные вещи. Этот маленький магазин, маленькая Зара, я ничего здесь не нашла красиво. Ну, не то, что ничего, но вот такого, чтобы мне захотелось примерить, что-то, ну, действительно. Вот кроме этих платьев-комбинашек, которые тоже очень спорная вещь, и костюмов комбинации, в общем, короче... Но, тем не менее, вот оказалось, что на распродаже еще кое-что есть. Я думала, что уже все закончилось. Хотя я уже сказала, что больше я по распродажам не хочу, не хожу. Остались одни остатки, полный трэш. И вообще ничего интересного и хорошего уже не осталось. Но, тем не менее, вот я считаю, например, что вот реально... Ну, свитер неплохой, но реально удачная вещь. Это вот этот топ, неплохое платье. И, ну, вот это тоже такая спорная вещь, ну... В моем случае она мне нужна. И вот эта юбка очень интересная. Сейчас я докопаюсь до нее. Вот это. Вот это прям очень прикольная. Кстати, вот эти вот брюки тоже шаровары, тоже очень неплохие. Но просто они мне, во-первых, велики, во-вторых, это не совсем мое. Ну вот я знаю, что они будут лежать. Я их буду надевать куда-то, чтобы пойти, потом я буду смотреть на себя в зеркало, я их сниму. Вот эти вот, вот этот гольфик низкий, это не мое. Это, знаете, вот куда-то такая шанти, какая-то вот вечеринка в Индии на Гоа. Вот такого вот типа вещи, и это не мой совсем стиль, хотя, видите, здесь такой кармашек сзади. Может быть, был бы меньше размер, было бы как-то мне сгробнее в нем, а так я как-то себя не чувствую, как будто на мне надет подгузник. Ну, в общем, вот так. Короче, девочки, я надеюсь, что вам понравилось. Было интересно. Всех люблю, целую. С вами была Дита из Канады. Всем пока. Бай-бай.